Всем привет, это новости об участницах шоу «Пацанки» все сезоны, что с ними произошло за это лето. Начну с седьмого сезона. Кира Медведева снялась в сериале «Новенькие», где режиссер Оксана Быковская помогала и учила Киру. В сериале Кира играет девушку Владу, этот персонаж похож на саму Киру. Девушка ведет свой YouTube-канал, а также снимается в видео других блогеров, например, у Эмилии Манова на каналах шоу «Известь есть нюансы». Еще Кира удлинила волосы. Не так хорошо дела у Рони. Вероника не прошла кастинг на какое-то новое юмористическое шоу от ТНТ, зато набила новую татуху. Мишель Гаджиева вместе с участницей шестого сезона Дарьей Громовой устроились работать в магазин одежды. Амина Усманилаева выступила в 1/4 финала Центральной лиги Международного союза КВН «Нева» в составе женской сборной Дагестана. А вот ее подруга Лера Вакарчук подралась в клубе и была задержана полицией. Лиза Андрющенко поставила брикеты. Идея Сверчкова снялась в шоу «Богиня шопинга» на канале «Суббота». Еще, по слухам, Христина рассталась со своим парнем, который ее избивал. Ангелина Пчелка занялась вебкамом, короче, как продавала себя, так и продает. Виолетта Малышенко сломала себе руку. Теперь к участницам шестого сезона. Анна Тихомирова и Нелли Михеева провели бесплатную фан-встречу в Тюмени. Анна Загвоздкина набила тату и сменила прическу. Ольга Кравцова снимает влоги. Лариса наконец-то сделала операцию. Помните, в первой серии шестого сезона Татьяна Каширина сломала ее ключицу. Кристина Желточенко выпустила трек «Чувство глубоко». Еще девушка выступила в качестве специального гостя на концерте «Чурдваль» в Краснодаре. Также Крис встретилась со своими родителями. Ксения Булат родила второго ребенка. Николь Нуреева схуднула. К пятому сезону Белла набила на лице татуировку, такую же, как у Кости. А еще на канале Дмитрия Масленникова вышел выпуск шоу «Экстремальные прятки» с подписчиками, в котором приняла участие Белла. Наталья Гончарова перенесла операцию, ей удалили опухоль. Пожелаем Наташе здоровья. Уже после операции Наталья вместе с Татьяной Бурой, Зариной Голубцовой, Крис и Марией Лебедевой посетили фестиваль ВКонтакте Фест в Москве. Яна Венгерская из четвертого сезона переживает сложный период. А у Дианы Чраган состоялся поэтический вечер проекта «Изнутри». Еще из хорошего Настя Донских родила ребенка. У Анны Михеевой из третьего сезона прошел концерт в Симферополе. А вот Анна Костина попала в дорожное происшествие. Яна Лукьянова из первого сезона получила второе высшее образование. Анна Горохова с сестрами Кравцовыми и с Кристиной, две парочки, приняли участие в реалити «Высота», сняли об этом и не только об этом влог. На этом все. Любите пацанок, подписывайтесь, до скорого.